Номер 42, Харунжи Татьяна. Мой социальный проект касается, как я уже говорила, это потребительская грамотность детей и молодежи. Да, общество защиты потребителей. А, это большой потребитель, это огромный крик. Харунжи Татьяна. Харунжи. Потребитель – это огромное общество, однако именно потребительская грамотность детей и молодежи поможет воспитать в наших членах общества молодежи грамотных людей, которые будут в дальнейшем развиваться. Также хочется еще помочь вот молодым людям, молодежи, они создают браки. Однако брак, семья, она основывается в основном на эмоциях. Также немаловажный аспект данной отрасли – это юридический. И чтобы молодежь создавала юридически грамотную семью. А вы замуж всегда собираетесь выходить сами? Пока еще не собираюсь. А детей сколько хотите иметь? Много. И других хотите отговаривать от этого? Хочу, да? Знаете, очень политика, например, ГАИ, которая проводилась в школах, да, она помогла. Дети меньше совершают дорожно-транспортных происшествий. Также я думаю, и вот Татьяна, это... Татьяна, определитесь с проектом, вы уже все нет, вместе. Нет, потребительская, только потребительские. Все, именно понял, потребительские грамотности, и люди будут в дальнейшем... Вы уже были, мы все ваши слова знаем, спасибо. Мы помним, да. Спасибо большое.